небольшой перерыв, опять же, со сборными вызван. И последние туры были не самые удачные по результату, в первую очередь для команды, поэтому было большое желание реабилитироваться. И очень рад и благодарен то, что это удалось все это сделать. То, что было в предыдущих играх, скажем так, могло такое случиться, но был уверен сегодня, что до этого не доведем. То количество моментов, которые и та игра, то желание ребят, которые они сегодня показывали, демонстрировали, оно где-то, может, даже шло и во вред. Не хватало завершающей фазе хладнокровия, но был уверен, что все закончится для нас благоприятно. Большой перерыв был. Было очень много нагрузки. И вот перед игрой уже начали сбавлять ее. И поэтому мы вышли в тонусе. Тяжело начали. Было мало моментов. Потом в конце первого тайма начали уже создавать какие-то подходы. Были во втором тайме. Взяли игру под свой контроль и переломили исход встречи.